Вот всегда говорят так, что американцы и мы, у нас менталитет абсолютно разный. Ведь у нас страна огромная, многонациональная. Знаешь, как простой, вот как Comedy Club, как говорят, переведите, что такое, вы будете кисель. Плазовато, да? То есть ты будешь думать, что это такое. Понимаешь, и мы их чем-то не понимаем, а они нас чем-то не понимают. Не зря существуют фильмы, где послезавтра, где идет цунами, где идет заморозка, и вот какие-то такие, и им нужно выходить с этого, как я называю, маленького острова, континент под названием Северная Америка, им нужно выходить оттуда и продвигаться куда-то для выживания. Они абсолютно другие. Они абсолютно другие. Даже тебе простой пример. Я приезжаю, казалось бы, с Олегом Токтаровым, да, вот мы русские люди, да, простой менталитет русского человека. Мы накрываем стол на 5 человек. Мы садимся, покушали, поели, попили. Раз, ребят, поскольку? Ну там по 500 рублей скинулись. Нет, у них совершенно все другое. Олег берет калькулятор, говорит, не, ребята, я ел только вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот я вот этот деньги отдам. Для нас это было, конечно, шоковое состояние. Но мы же все вместе, мы же как бы с одного корыта-то ели. Ничего подобного. Конечно, потом я стал понимать, что у Олега оказывается огромное количество там, недвижимости, которое нужно оплачивать там. Он считает каждую копейку. Это, в принципе, неплохо. Я, может быть, тупым топорным языком сейчас объясняю. Но мы разные. Мы во многом разные. Понимаешь? И навязывание той политики, которая происходит сейчас, да, ведь посмотри, ведь сам президент Обама, что он говорит, мы не допустим, мы нация, которая руководит всем миром. Но он же это оттуда говорит. А Владимир Владимирович говорит, ребяточки, давайте мы будем, если мы будем плыть в одной лодочке, давайте мы будем держать баланс одинаково. Вы здесь, мы здесь. И этот баланс мы будем соблюдать. Что они это не делают. Вот это просто агрессивность, она уже устала. Это постоянно навязывание своих таких тем, которых, ну, нас они, эти темы абсолютно не устраивают. У них вся навязана обстановка – это войны. Ребята, хватит, достаточно, давайте прислушивайтесь к нам. Если вы хотите с нами дружить, и мы с вами будем дружить, давайте мы будем как бы равны. Вот и все.